Пермский край с радостью принимает эстафету памяти. Спасибо всем регионам Приволжского федерального округа, кто откликнулся и участвует в этой народной акции. Мы благодарны всем, кто ковал победу на фронте и в тылу. 500 тысяч наших земляков ушло на фронт. 200 тысяч из них не вернулись, погибли или пропали без вести. Каждое четвертое артиллерийское орудие фронта было выпущено на пермских заводах. За годы войны предприятия Перми и области выпустили 31 тысячу авиационных моторов, 9 миллионов ракетных зарядов, более 10 миллионов стальных шлемов, 100 миллионов взрывателей для снарядов, мин и авиационных бомб. Мы помним, мы гордимся. И пусть песня победы звучит сегодня в каждом доме России. День Победы, как он был от нас далек, как костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом кровав. Это праздник, зимою до весна. Это радость, со слезами на глаза. Наша Родина очи. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, мама, возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом кровавым.